Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей, мы играем в PunRealms на сервере PunRealms, в смысле. И я в гостях у ребят, Шон Пицца какой-то, Шон Пицца, да, и Предатор Фалькам. Так, они мне показали очень интересную конюшню, зацените, ну, мне понравилось лично. То есть тут, короче, заходишь на второй этаж, нажимаешь, открывается дверь. Зацените, то есть ты на коня прыгаешь, причем она не закрывается, видите, то есть тут, видимо, ячейка памяти стоит, или тут просто задержка стоит большая. А, наверное, типа ты успеваешь и запрыгнуть на коня, и... Нет, не задержка, здесь просто именно как датчик, то есть ячейка памяти получается, да, такая. Они тут все собрались, и вот Спартакус пришел, в общем, это ихняя деревня. Давайте посмотрим, что тут у них еще есть. Давайте посмотрим. Так, вот здесь у нас живет, наверное, пицца живет здесь. Извините, я буду называть пицца. Так, да, дом Шон Пиццы. Открываем, смотрим. Так, у нас тут новый закон действует, я его прописал. Нельзя посещать чужие жилища, если тебе не разрешили. Ну что, прикольный такой этот самый. Интересно, как он в сундуки залазит только? Через табличку ж нельзя залазить, получается. А вот сейчас мы у них и спросим. Так. Как вы в сундуки залазите? Что, сбоку нажимаете, что ли? Ага. Понятно. Ладно, сбоку залазят. Не знаю, я считаю, что это неудобно. Ну, раз им удобно, значит хорошо. Вот такой уютный маленький домик, ну, жить можно. Главное не какой дом, а что в сундуках. Вот в чем дело. Так, также по этому закону нельзя открывать чужие сундуки. Даже я не буду. Хотя на меня, я так думаю, этот закон не может распространяться, потому что мне за всем нужно следить. Вот, например... Так, заглянем, что там... Я, кстати, был в этом доме. Это, наверное, чей дом? Спартакуса, наверное, да? Так, тоже все хорошо. Тоже все хорошо. Ох, тут лестница механическая. Так, круть. Это ж может и прижать хорошенько так. А как они, кстати, открывают? Как вы ее открываете, а? Тут же, получается, нету ни плит, ничего. Ой, кошмар какой. Да, чудо-механики, я так понимаю. Я так понимаю, чудо-механики. Вот кнопка, где кнопка? А, вон рычаг я вижу, да? Ага, вот кнопка, наверное. Понятно. Эй. Ага, секретка, согласен. Не, ну что, круто, круто. Люблю эти механизмы все. Так, еще раз пройдемся, что тут посмотрим. Вот, какой-то камень новый. Это они где-то ходят в данжи какие-то, ищут какой-то этот самый краситель для камней и из них делают. Вот это, кстати, даже не знаю, что это такое. Наверное, какая-то типа лампы, что ли. Видите, она так немножко сияет даже. Прикольно, согласен. Ну, развиваются люди, развиваются. Вот так организовывают свои сундуки. Это, я так понимаю, ступенька, чтобы открывалась. Да, согласен, круто. Круто. Вообще, да, я... Очень рад, что есть игроки, которые, во-первых, красиво строят, во-вторых, ну так, проявляют фантазию, не просто так, оп и все. Так, вот еще прекраснейший домик, тоже такой себе деревенский. Что тут у нас написано? Дверь поломана, причина — ферма железа. Так, у них тут где-то был, есть ферма железа, сейчас мы у них запросим ее. Ух ты, тут, смотрите, мазе... Мази, наверное. Не входить. Базара нет, не будем. Так, а, тут что-то типа такого лабиринта, что ли. Я так понял. Или... Привет, YouTube. О, догадались. Так, лабиринт. Интересно. Прыгать я туда не хочу, потому что написано «лава». Логично, что не надо прыгать там, где написано «лава». Так. Вот какие-то поршни такие бешеные. Хм, интересно. Интересно походить по лабиринту. Вот видите, людям... так, а ну что тут?
Главная задача найти 4 ключа. Хо-хо! Так у нас тут квесты появились. Клево, согласен. Кто не знает, как проходить лабиринты? Могу дать подсказку. То, что он снимает, не знаю, что он тут пишет. Так. Значит, как проходятся лабиринты? Есть такое правило правой руки. Если идти по стене и все время держаться вправо, то есть всегда поворачивать направо, то когда-нибудь ты выйдешь к выходу или к входу, насколько я знаю. Да. Что, прикольный лабиринт. И вот 4 блока не даст тебе выпрыгнуть. Так, вот мне интересно, я сейчас отсюда вообще выйду? Ну, надеюсь, что выйду. Он такой как бы... Нет, сложный лабиринт. Сложный, согласен. В общем, у меня задача до конца серии выйти из лабиринта. Эй, класс. Скажет, ну, пан, ты дал, блин, всю серию бегал по лабиринту. Так, надо найти, откуда я пришел. Так, не отсюда. И не отсюда, блин. Я заблудился, походу. Так, наверное, вот так. Да. Не, но все равно, это круто. Я согласен. Вот человек накопал кучу ресурсов. Какой же молодец. Так, вот я нашел центр. А от центра как-то было куда-то вот туда, что ли? Куда-то. Ух ты, блин. Факелы. Ох ты, блин. А, ну да, я вышел. Все, замечательно. Так, да, мне нравится лабиринт. Его, наверное, проще поизучать сверху. Потом бежать уже. Так, а вот это что у нас такое тут построено? А, это типа камин, да? Камин, труба-камин. Камин-труба. Так, давайте посмотрим, что там. Почему я его сразу не увидел? А, ну да, вот он же камин, все правильно. Почему в нем не горит ничего? Один факел только. Ну поставьте уже адский кирпич, что ли. У меня есть, но только не кирпич. Не кирпич я нужно ставить, а просто назирак. Будет гореть тогда. Так, в том мы доме, по-моему, были, да? Тут Мегамен живет. Да, в прошлой серии были. Ну, Мазе, классно, классный лабиринт, согласен. Так, еще у меня есть задача сбегать в другое место. Сейчас заодно покажу ваш дом, говорю, мой дом. Ну, мой дом, ваш дом. Нет, это не касается закона номер 1, который опубликован у меня на странице. По новому закону нельзя посещать чужие территории, если тебе не дано разрешение. То есть, ну, понятное дело, что это не настолько строго в плане того, что если ты уж там живешь рядом или просто в чате там кто-то написал «Гоу ко мне», это уже считается, что тебя пригласили. Вот, но если человека нет на сервере, не надо лазить по чужим домам, пожалуйста, потому что участились случаи проблем с этим, как его, с воровством. Не могу я ничего сделать в плане приватов, потому что это сервер Pan Realms. Так, вот я тут типа достроил дом, ночью он выглядит намного красивее. Наверное, вот это то, что вверху, это уж излишество, или как-то надо немножечко иначе оформить. Вот, но ночью это выглядит красиво. Поверьте, оно тут светится, все, ну, в общем, красота. Так, сегодня я хочу еще пробежаться в ту сторону. Сделай ночь, ага. Не, я могу сделать ночь, но я не применяю админские возможности просто для того, чтобы... Так, вот почему вот у меня, не только моя лошадь? Кто здесь оставляет? Уже считается нарушением. Так, ладненько, я хочу пробежаться вот туда, там тоже кто-то живет. И мы там давно не были. Я обещал в прошлой серии, что я пробегусь по всем и еще туда пробегусь. Вот. Вот такой вот туннель, кстати. Просил его достроить. Кое-как достроили. Ух ты! А вот это уже не я строил. Прикольно, Ромка-Хомка. Смотрите, все правильно сделал. Блин, а я вот без этого самого, без поводка. Придется на коне туда идти. Так, ну что, вот, видите, у него пшеница прям в доме. Все сделано, чтобы лошадь заходила. Ромка-Хомка, извини, я тебе на лошади. Так, вот там, я так понимаю, что-то типа шахты идет. Ну что, клево. Ну, было хуже, чем сейчас. Сейчас лучше, если что. Так, что там у нас наверху есть? Думаю, ладно, я не буду туда запрыгивать. Да, красивые белые колонны, просто замечательно. Продолжай.
Так, идем дальше. Что-то там еще. А, тут стройка вовсю идет. А, я даже не знал. Вот, Найтхантер, новый игрок у нас, занимается постройкой такого большого туннеля. Ух ты, блин, а тут много всего. Тут много всего. Бля, это я давно, называется, сюда не забегал. Вот, тут все строится. В чужой дом. А, ну, у меня алиби, я снимаю. Поэтому все, что я здесь делаю, все видят. Поэтому мне можно. Ух ты, а тут походу метро, да? Скоро будет. Ля, ну согласен, круто. Так, вот это у нас походу моба-ферма. Согласен, прикольно. Гляньте, все падают сюда, разбиваются. И здесь куча воронок. Согласен, согласен, хорошо. Фокси 2504. Фокси, твой дом? Не подписано, извини. Где-нибудь вообще подписано? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, ну, с виду выглядит круто. Я так понял, что еще не очень достроено. Так, вот еще у нас есть дом. Я, к сожалению, без поводка пошел, поэтому не могу. Так, вот это автоматическая ферма пшеницы, насколько я понял. Так, вот это красивый бассейн, красивое озерцо. Так, а вот здесь что-то типа автоматической системы... Автоматической системы чего-то. Здесь подходит вагонетка, наверное, собирает уголь, что ли. Потом, наверное, она как-то сюда выгружает или как-то наоборот. В комментариях можете написать, кто хозяин это дело, как эта штука работает. Но я так понял, воронки вытаскивают отсюда что-то, видимо, продукт какой-то. То, что туда загрузили. Ну да, прикольно, прикольно. Так, очень красивый такой бассейн. Ну, это, конечно, понятно, что для выращивания. Так, что у нас тут в доме? Что у нас в доме? Ну что, симпатично выглядит с серыми покрашенными окнами. Так, вот я вижу, там зачаровальня есть. Красиво, согласен. Так, еще у меня вот есть такая просьба. О, кстати, у нас тут растет какое-то интересное дерево. Заморское, наверное, пальма. Класс. Так, адский нарост. Вот кто собрал весь адский нарост. Ничего нету. Вот, ребят, вот сходили вы, например, в этот, как его... пещеру, не в пещеру, а в крепость адскую. Ну, собрали вы адский нарост. Ну, посадите его обратно. Вы же понимаете, что вы не одни туда придете. Вот. У нас же правильный сервер. Так, интересно мне, а как гравий держится? А, землю подкладывают, правильно. Так, там у нас еще один игрок живет. Он к нему далеко ехать, он дорогу не достроил. Ну, понятно почему, потому что много гравия уходит. Так что тоже вот кто пожертвует гравий человеку, ну... Правда, ему нужно, видите. Вот здесь дорога достроена, например. И мы так мчимся в закат. Красота. Так, дорога не близкая, но у него там постройки есть интересные. Поэтому давайте сходим, посмотрим. Видите, через горы, через леса, через снега, через поля. Вот, я не помню, как же его ники. Ребят, сразу говорю, не обижайтесь, я не запоминаю имена ваши. Ну, потому что я вообще никакие имена не запоминаю. Я знаю где-то 10 имен. Вообще. И то, если это имена типа Саша, Витя. Вот, поэтому, да, без обид. Так, вот видите, дальше даже дороги нету, дальше пошли уже фонари, но я как-то к нему ездил, поэтому надеюсь, что я еще отсюда как-то вернусь. Вот, ну, надо показать, человек, кто же там строит вовсю. Так, видите, тут некоторая дорога просто по льду, а где-то вот так. Это все плохо, я просто я говорю, что вот так нужно добраться до него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Конь, выпрыгивай, выпрыгивай. Фух. Это что такое тут было? Во, я попал. Вот почему нужно строить дороги, понимаете? Что можно вот так оказаться в неприятной ситуации. Так, блин, я тут под ноги просто нужно смотреть. Так, вот такая нелегкая дорога к нему идет. Но, видите, факела выставил, уже почти дорога. Вот, так, а вот его хозяйство, я так понял. А может быть, мы уже здесь были? Ой, блин, опять чуть не провалился. Так, построй дорогу, как хочешь. Ты захотел жить далеко, строй дорогу. Так, ладно, коня оставим прямо тут. Давайте пробежимся. Конь, стой, вот не убегай, а. Ладно, я тебя не буду огораживать. Так, ну тоже, видите, вот смотрите, вот прекраснейший такой. Кстати, а что это у него там такое вообще? Тоже интересно. Вот здесь дырдочка, типа, чтобы смотреть.
Так, а здесь, походу, ну, двери открыты, значит, заходить можно. Я так понял, это у него вход типа в шахту, а может быть, это опять же строится метро. Да, возможно, возможно. Такой вот здоровенный вход. И вот по поводу метро, которое на спавне, я тоже думал, надо бы его сделать, наверное, чуть-чуть попросторнее, какое-то оно тесноватое там, так что этим будем заниматься. Нет, это не вход в метро, это просто шахта, зря я сюда спускался. Видимо, я думал, тут уже какое-то строительство идет. Так, ну вы занимайтесь, ребята, строите метро. Я не думаю, что стоит станции метро строить возле каждого дома, кстати, если что. Ну, то есть, если вы рядом живете, ну, постройте одну станцию на всех. Это будет более логично. Так, ладно, я сейчас заберусь наверх. Так, я наверху. Да, прикольная такая шахта оформлена. Видите, насколько много у нас редстоуна? Вот что значит нетехническая сборка. Так, о, какая башня здоровая построена. Давайте тоже ее посмотрим. Так, значит, кто у нас здесь живет? Смотрите, все подписано. Грахам здесь и Конархия живут тут. Я так понял, они вдвоем здесь живут. Улица Московская, дом 1. Почта сюда. Так, что бы им такое подарить, раз уж я пришел? Ну, мне это на крышу надо, я вам это не подарю. Извините, я вот сейчас вам 10 стекла положу. Красивое стекло, сделайте там себе что-нибудь из него. Так, входим. Я могу входить везде, сразу говорю, потому что это все во благо. Гляньте, какая прикольная, эта самая лестница наверх. Это типа смотровая башня. А вот это вот что у них там такое? Это у них как будто бы, как под моба-ферму задумано. Может и нет. Может быть, просто чтобы залазишь и слышно было всяких зомби. Так, прекраснейший вид. Здесь такая горная местность в основном. Да, ночь, правда, но все равно. Вот, видите, Богдан, я могу в гости зайти? Смотрите, это ж несложно. Вот сейчас посмотрим, Богдан ответит вообще. А если не ответит, сразу же, кто у нас там пишет? Спартакус, ты как бы уже ж был. Да, с новым законом придется людям не просто так захотел, забежал. Ну а что делать? Да, и чужие сундуки категорически запрещается открывать. Только по тому варианту, если это ваш общий сундук, например. Тоже как-то объявите. Могу я в гости зайти? Ку это, наверное, да. Ой, как я не люблю вот это ку, они там все это используют, а я не люблю ку. Потому что я знаю, что такое ку. Это из... Гляньте, какая красота. Оцените. Вот это я понимаю каталог. Вот это я понимаю, тут даже еще не все. Так, вот, смотрите, если зачаровальня, то крутая. Вот, карта местности, смотрите. Карта местности спавна. Тут спавн, а это я. Вот он, кстати, стою, наверное, да? Да, ну, кстати, спавн обнови, тут у меня дом немножко поменялся. Кстати, по поводу карт. Карты можно копировать. И так, чтобы всем не бегать в одно и то же. Вот, кстати. Кстати, вот, ну, я возьму у тебя, ладно? Я возьму, потому что у меня вообще ноль. И посажу обратно. Смотрите, ты не пострадаешь, друг. Ну, или вы вдвоем тут живете, да. Так, хорошо. А, и еще у него тут есть подвалище такое-то. Но я так понял, что... Я просто почему так смело все открываю, потому что человек меня уже сюда ну, в гости звал. Так, и здесь, я так понял, тоже шахта, внизу водичка, можно прыгать. Так, вот здесь можешь лестничку не забыть сделать, чтобы так не запрыгивать потом. Так, вот такое вот прекраснейшее место. Человек занимается, видно. Так, вот здесь у нас, я так понял, ферма жителей, в которых нету жителей. Да, обидно, согласен. Так, еще какой-то дом построен. Ну, зато, заметьте, здесь везде тропинки, везде дорожки. Вот это мне вот очень нравится. А, здесь же конюшня у нас, смотрите. Чисто белые, рассадник белых лошадей. Ослы, все как положено. Я сундук для брони. Два кролика. Кроликов нужно кормить морковкой, у меня нету сейчас. Свиньи, которых тоже морковка. А вот дети без коровы не выживут, сразу говорю. Так что поставь сюда хотя бы одну корову. Ну, они, по-моему, не вырастут, насколько я знаю. Может быть и нет, черт его знает. Так, где мой конь? Где мой конь? Вот он. Собака спрятался. Так, ну, в общем, вот такие у нас дела на сервере. Играем потихоньку. Мне бы сейчас еще вернуться домой. Ночью, конечно, это плохая затея.
Но что делать? Что делать? Придется возвращаться. Хотел вам показать свой дом ночью. Ну вот я, наверное, сейчас, если успею добежать, пока ночь, тогда покажу. Так что пока я на паузу нажму. Так, ну, к сожалению, наверное, не успею я до утра, потому что уже рассвет, а мне еще бежать и бежать. Поэтому на этом мы сегодняшнюю серию давайте закончим. Такой был быстренький обзор по некоторым домикам. Извините, кого не посетил, пишите таблички, где вы живете. Желание, ну, разрешение зайти в ваш дом. Вот, и тогда мы покажем, что вы там насняли. В смысле, настроили. А на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.